Все, понеслась. Е4. Ты не D4. сыграл. D4. Хорошо. D4. Стоп, нет, F3, F3, F3. Пешка дошма. Пешка аж, да. Не бей, не бей, не бей, не бей. Слон C4. Маразм. Нет, все нормально. Да, подразвиваемся. И как она дошма? Сейчас даст, сейчас даст. Она будет стоять здесь до конца партии. Конь F3. Слон F7. Конь e5 выигрывает, но там придется нам отдавать, если он черза съест. Да, это допустить нельзя. За пешка до смат, да? Ну-ну. Мат для Андрея Таскаева. Давай, иди на g6, иди на g6. Он говорил, я уверен, что он говорил, потому что можно превращенный. Нет. Андрей сказал именно пешкой. Выполняем. Я же проверю после этого. Если кажется, что это не так, то... Вообще мат в один ход. Ну, какая разница. Во-первых, он... Спорим, зевнет. Не зевнет. Спорим, зевнет. Спорим. Конь d7 пойдет. Нет. Да, конь d7. Ух ты. Понял. А, кстати, все, давай, ходи. Ферзь e6. Зачем? Надо как-то его отпинать, выкинуть оттуда. Есть одна идейка. Ладно. Да, сюда. 5 h4. Вот. Потом возьмет эту пешку, получит мат от ладьи. Стоп. О, да, не работает. Если он... 2-0. А, нет, ферзь висит. В идеальном мире это работало бы. Идея была h4, потом хоть g5, я уже мат. Может, еще получится. Шантик есть. Может быть, на 6 накинуть? Нет, нам не вскроем, блин, вертикаль. Бей на d4. Ферзь, даже не буду брать ферзь. Никто не побьет. Ну, а то это надеюсь. Зараза. Шах. Это же не мат, он не возьмет. Меняем ферзей, зачем? А что делать? Зато теперь непонятно как. А, да, ну, наш это был наш единственный шанс, что он не будет делать вообще ничего. Тогда мы даем матду. Надо гнать его к краю доски. Я не, вот не помню, как я это делал постоянно. Я наки... Надо... Надо... Точно, надо французскую играть. Зачем? Вот. Играть французскую и гнать его туда, к этим пешкам. Ладно, значит, есть шансы. В этой партии есть шанс. Да, я рановато добавил время, конечно. Надо было ему дать возможность испортить позицию в хлам. Ну вот как она сейчас там добавить будет, скажи? Если сейчас придет конь f6, у нас проблемы. Хьюстон. О! То есть он g6 пошел бы с той же идеей. Так, мы вторым же ходом мы не можем брать на приходе. Ладно, развиваемся. Развились, конечно. Пешка, как эта пешка может дать ему? Так. Подтянули. Сейчас надо же 5 бить в какой-то момент, чтобы пешка двигалась. Же 5 ударить, наверное. Понятно. Так, я вижу одну картинку с матом этой пешки. Ну-ка, скажи мне. Ну, короче, ладья на f7 защищена. Так, ладно, сейчас, подожди, я додумаю до конца. e6. А, стоп. У нас проблемы, Хьюстон. Нет никаких проблем. Вот он сейчас возьмет именно наш пец. Нет, он же не тупой. Так, думай, шансы появляются. Шантики есть, да. Время добавлять рану, да? Ну, пока да.
Слона на c3 быстрее. Это очень опасно, мы можем дать мат случайно. Видишь, он уходит. У нас появляется шанс. Если он стоит на h8, никаких шансов. А на g8 есть. О, повторение позиции, отлично. Сейчас на h7 пойдет, смотри. Ага. На h6 это мат, блин. Ладья ft6 тоже мат. А нет, или не мат? Так бьем, да. Ну да, что делать? Как-то нужно съесть пешку на 6, Никита. Черт, блин, он сейчас сдаст. Надо было просинать. Же увидишь, что ладья 6 мат. Нет, не сдался, ладно. Батарея. Ну на g5 надо как-то бить. А нет. Ладно, давай уже отдадим. Ладью хотя бы съесть, да? На. Да. Если он даст ладью, шансы появятся очень хорошие. Главное, что он не сдался сейчас. Ты и по времени не просил для этого. Нет. Блин, идея была такая. Взяли тут. Взял. Уже 6. И тут мы какой-нибудь фокус придумываем. Вот такой вот. Мат. А, ну нет, почти. Давай дальше. Слушай, почти склеилось ведь, а? Да. Это безумие, ладно, поехали. Подожди, я скажу, как играть. Конь f3, конь f6. Конь f6, да. e5? Да, e5, на c4. Нет, тут уже не катит. Да катит все. Давай c5. Поехали. И конь e4 именно. Именно e4, а не g4. Нет, e4 тут как раз не катит. Ты сейчас мог пешку нашу. Все, нужно как-то вот накидывать теперь. Е3, блин, надо было Е3 играть. Ладно. Белопольник, о, чернопольник, твой имени. Давай, пойди в G3. Если он пойдет в G3, я дам мат, мне все. Не побьет. Точно ты, план такой. Ну. 3-0, и мы толкаем эти пешки вперед. Таким образом надо, чтобы она выжила в этой операции. 3-0, ладно, я посыграл, но не почувствовал, ладно. Сейчас, я думаю, он уже почувствовал что-то. Страшное надвигается. Как, скажи, как вот сейчас она даст мат? А сейчас-то вот может. Нам мат даст. Что? Что? Так забавно смотрятся беленькие фигуры. Ладно, думаем. H5 нет никакого смысла играть. G5. Надо играть G4 сразу. Согласен. Стоп, а если как-нибудь сдвинуть нашу пешку H на G? Куда он идет? Это G4. Игнорируй всю эту херь. Так, и все-таки, наверное, лучший способ это тупо сшибить весь материал. Да он сдастся. Нет, надо аккуратнее сделать. Какой-нибудь пешечный эндшпиль. О, пешечный эндшпиль, точно. И загоним его под эти две связанные проходные. Ладно, бейт, я понимал. А не, почему, кстати? Ну, все равно нужно, чтобы... Ну, вот уже этого не получится. Нужно, чтобы пешка H съела пешку G. Тогда же она станет пешка H. Да, да. И у нее будет больше полей для матования. Пешка H, где бы она ни стояла, это пешка H. То есть, нет, да. Понимаешь, пешка G, она матует с двух полей. Нет. А пешка H только с одного. Да, да, но если эта пешка будет здесь, это всегда будет пешка H. Ну тогда, но я тебе про то, что нам нужно ее поменять на пешку да. G. Чем вообще мы занимаемся, херню? Пытаюсь понять, как не дать мат.
Получается плохо. Почему она тут? Она должна же тут где-то быть. А, ищи матовую картинку. Ну, сейчас она придет туда, подожди. Манам отдадут, пока убираемся. Короче, нам надо как-то... Колян же ты, я ж два мат. Ну вот он сейчас сдаст. Да рано еще, сейчас ферзь F3 пойдет сначала. Ну, поехали. Пешка пошла. Хорошо, что его там фигуры ни хера не делают. Есть шанс как-то HG съесть. Аж мат. А если мы превращаем ее, и это мат? Ну вот, Это это... считается. Не знаю, верно, да. Мне нравится, кончился. Ну, пожалуй, возьму его. Хорошо стоял. Только не О, ешь пешку. появилась идея. Ну. Сейчас он нападет ферзь H2. Я буду очень долго думать. Прямо вот 2 секунды оставляю. Зачем? Потому что ферзь E3, конь G3, HG это мат. Ферзь Е3, чего? Конь G3, HG. Ферзь Е3, король H1. Конь G3, ферзь G3, HG. Ход пешкой мат. Так он же не пойдет так. А как ему хоть? Надо было надежду снести нам флаг просто. Потому что иначе он сдастся после конь G3. Понимаешь? Понял, понял. Пока мы можем поговорить о чем-нибудь другом. Например, о том, что время 2:30 О ночи, том, пора как мы будем спать. стать мат-ладьей превращенной. Но это легко будет, самое легкое, по-моему. Эндшпиль, ладья, мат. На флажке. Так, да, конечно, для пущей правдоподобности надо было отключиться. А потом отключиться и отчаяние сделать ход ферзь E3. Ну жди до 5 секунд. 5 нет. Слишком рискованно, он сдался. Надо вот именно доли оставлять. Нет, 5, жди 5. На двух я буду делать ход. Нет, значит на 3 делай. На двух. На 3. На двух. Ну на 3 делай. Строго на двух. Он сейчас войдет ладья F2. Я готов к этому. Не хватит тебе. Ну. Ну. Давай. Ну что такое? Он сейчас сдастся. Ну как можно не попробовать срубить флаг тут? Ну ты пойдешь или нет, а? Я не успеваю ему добавить плюс 60 секунд. Я согласен. Да Ну что? я тянулся, добавлять 60 секунд. Как он узнал? Ну ты мудак. Ты видел, я последний